все работает. И настало время рассказать, что же в итоге мы сделали. Все каналы со всего мира к вашим услугам. Все идеально подходило. Современный монитор с высоким разрешением. Итак, в первом приближении мы уже установили оборудование. Штатный монитор мы теперь будем видеть здесь. Вон вся штатная информация на нем видна. А новая мультимедийная система будет там, где раньше был штатный монитор. И механизм работает. Вот, смотрите, все закрывается. Часики. И вот очередная стадия работ в этом Rolls-Royce. Вот, если вы заметили, уже покрасили этот каркас деревянный. Уже установили монитор. И сейчас проверяем работоспособность, чтобы ничего у него не зацепляло. Чтобы все идеально подходило. Весьма долгое время мы создавали специальное, уникальное решение для этого Rolls-Royce. И настало время рассказать, что же в итоге мы сделали. Итак, штатный монитор мы переместили ниже. Весь оригинальный функционал сохранился на нем. И мы его оставили для того, чтобы настраивать звук. И что-то штатное еще можно было посмотреть. А вместо него поставлен современный монитор с высоким разрешением. И на него выведены камеры переднего сейчас на мониторе и оригинальная камера заднего вида. При включении задней передачи изображение с камеры заднего вида показывается на нижнем мониторе и на верхнем. Единственное, что на верхнем мониторе качество картинки стало лучше, чем на нижнем, потому что матрица более современная. И вперед установили камеру переднего вида, которая также включается автоматически. И с помощью нее можно плотно прижаться к какому-то препятствию спереди, то есть припарковаться. Мы с вами только что припарковались к этой табуретке. И смотрите, как плотненько мы встали. В этом автомобиле теперь работает и полноценная навигационно-мультимедийная система на этом новом мониторе вместо вот этого. Значит, справа у нас сейчас есть YouTube. Слева Яндекс Навигатор, звук идет в штатную акустическую систему стерео, контролируется так, как и обычно. Любое приложение можно развернуть на весь экран, например, Яндекс Навигатор, и будет полноценное мультитач-сенсорное и голосовое управление. Если нужны еще какие-то приложения, то идете в Play Market, загружаете и пользуетесь ими, как будто они всегда здесь и были. Например, онлайн-телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам.